Июнь перевалил за свою середину, а на Рязанской земле сыро и прохладно. И такая погода сохранится до конца рабочей недели. Причиной такой погоды является влияние северного циклона. Но к выходным, к концу недели, значение температуры воздуха вернется к своим средним многолетним значениям, то есть чуть повысится. Но в ближайшие сутки нас ожидает переменная облачность с небольшими дождями. Для пущей красоты картины возможны грозы и усиление ветра. Ночью плюс 4,9, днем от 13 до 18 градусов тепла. В четверг погода не изменится, а в пятницу вероятность дождей уменьшится, хотя потеплеет не сильно. Ночью по-прежнему плюс 4,9, а днем плюс 17,22. В субботу температура воздуха поднимется еще на пару градусов, а уже в ночь с воскресенья на понедельник, по предварительным прогнозам синоптиков, очередной циклон вновь подпортит погоду.